На северной площадке продолжается первенство по хоккею Удачнинского комбината. Одна из игр прошла в Айхале. На ледовом корте встретились команда Айхальского ГОКа и ремонтного цеха Удачнинского комбината. Кто же оказался сильнейшим, расскажет Мария Сивцева. Айхальский хоккейный корт «Здоровье» значительно меньше ледовой арены «Снежинки». Места немного. Однако это не помешало провести одну из встреч первенства в Айхале. Шайбу разыграли команда Айхальского комбината и ремонтного цеха Удачнинского ГОКа. С первых минут игры стало ясно – команда гостей сильнее. Хоккеисты комбинатов не раз встречались на ледовой арене. У каждой команды были победы и поражения. В этой игре сборная ремонтного цеха отправила в ворота соперников 9 голов. Сыграли, как говорится, в одни ворота. Айхал, конечно, послабее, удачнее. Но сильнее они еще. Ребята в Айхале молодые. Ну ничего, ребята хорошие, игра хорошая. Игры первенства проходят в Айхале и в Удачном. Организатор хоккейного мероприятия – профсоюз Удачнинского комбината и Удачнинское отделение культурно-спортивного комплекса. Финальные встречи первенства пройдут в ближайшие недели. Первенство идет в связи с юбилейными датами. Это 385 лет хождения, столетие Октябрьской революции, также 60-летию Якут-Алмаза, 25-летию Алроса и 50-летию нашего города Удачного. Вот мы проводим среди цехов нашего комбината и вот Айхальский ГОК. Это вот очередная игра идет, у нас еще дальше будут игры. В апреле мы закончим данное спортивное мероприятие. Станут ли айхальцы призерами первенства, пока неизвестно. Однако для хоккейной команды Айхальского комбината подобные турниры в первую очередь большой опыт. Есть возможность проверить свои силы и улучшить технику игры. Нария Сивцева, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».